Глава МВД России в режиме онлайн-конференции представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового начальника, генерал-майора полиции Владимира Алая, который почти 40 лет своей жизни посвятил службе в органах внутренних дел. За проявленное мужество и высокие результаты, достигнутые при выполнении служебных обязанностей, награжден государственными наградами, в числе которых ордена за личное мужество и Александра Невского. 2 года являюсь заместителем начальника главного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу, руководил временной оперативной группировкой органов внутренних дел и подразделением МВД России. В условиях сложной оперативной обстановки грамотно применял накопленный им практический и управленческий опыт. С 2017 года возглавлял Министерство внутренних дел по Республике Адыгея. Коллеги, прямо скажу, руководитель к вам приходит боевой. Говоря о нынешней ситуации в зоне ответственности органов внутренних дел Рязанской области, министр обозначил необходимость наращивать усилия в сфере профилактики правонарушений. Также отметил высокие показатели раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в области по сравнению с другими регионами. В Рязанской области лучше, чем во многих других регионах, выстроена работа по установлению виновных лиц. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, включая кражи, грабежи, разбои, существенно превышает среднероссийские показатели. Владимир Колокольцев напомнил рязанским коллегам о предстоящем дне единого голосования. В период подготовки и проведения данного мероприятия он попросил организовать тесное взаимодействие органов МВД с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами. Семен Иванов, телекомпания «Город».